Журналистика, она одна для всех или для каждого своя? Сегодня своим видением этой профессии поделятся представители коренных малочисленных народов Севера. С добрым утром! Сфотографировать, снять на видео, написать текст и выложить его в интернет сейчас может каждый. И в век обилия различной информации особенно ценна грамотная подача. Коротко, емко, интересно и по существу. Мы много где ездим, мы много где участвуем в мероприятиях, мы много что проводим, но, к сожалению, как бы мы очень мало об этом говорим и мало об этом пишем. Хочется научиться говорить об этом, хочется научиться писать об этом. Важно рассказывать о самской культуре именно представителям этого народа, убежден приглашенный эксперт, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Андрей Худалеев. Когда мы говорим вообще сегодня о какой-то, ну так называемой, о национальной тематике, у нас она сводится чаще всего к национальной кухне, костюмам, песням, пляскам и так далее. И очень мало у нас есть материалов, которые говорят об отношении к окружающему миру, восприятию мира. С мнением эксперта солидарны ученики школы самской журналистики. Это представители сообществ коренных народов Севера, Искольского, Ковдорского и Лавозерского районов. Очень много молодых и интересных, такие прям бегут, фотографируют, пишут. Вот, и а почему бы и нам не поучаствовать? Потому что мы же знаем изнутри эту жизнь. Самская культура вообще, она уникальная, отличительна от других. Поэтому журналистика самская, думаю, тоже совсем другая. Главное, чему хотят научиться участники лекции – работе в социальных сетях. Культура хоть и древняя, современные веяния требуют идти с ними в ногу. Только так в наше время можно успешно, так сказать, продвигать культуру в массы.